В Западно-Казахстанской области усилили карантинные ограничения. Санитарные врачи заявили о запрете посещения людей с синим статусом торговых центров, а также переводе невакцинированных граждан на удаленку. Аким области Гали Искалиев поддержал нововведение и заявил, что акиматы всех уровней отказались от проведения корпоративов. Несмотря на то, что заболеваемость коронавирусом в регионе продолжает снижаться, чиновники вводят все новые ограничительные меры. На этот раз улучшить статистику призваны запреты для очной работы невакцинированных граждан и их посещения торговых центров. Аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев отметил, что коронавирус – это большая беда, но тем не менее он нашел у болезни свои положительные стороны. Многие люди научились как бы беречь себя и своих близких, не посещать ненужные мероприятия, не приглашать лишних гостей и так далее. И, ну, кроме того, это Новый год, все-таки это семейное мероприятие, его нужно проводить в ограниченном кругу близких. Хочешь показать пример, начни с себя. По такому принципу пошли в акимате региона, отказавшись от проведения предновогодних вечеров. В прошлом году чиновники собрали 14 миллионов тенге для помощи малообеспеченным семьям. Корпоративное мероприятие среди областного акимата, городских и районов акиматов не будут проводиться, но есть подведомственные организации государственные, которые, конечно, руководители сами решают, надо проводить или нет, но сейчас главный санитарный врач области сказал, что есть нормы, согласно которым можно проводить мероприятия, то есть не более 100 человек, не более 50% от количества посадочных мест. Отметим, что на прошлой неделе средства массовой информации взбудоражили сообщение об обнаружении нового омикрон-штамма коронавируса на территории Западно-Казахстанской области. Но санитарные врачи назвали эту информацию фейком. Роман Копняев, Айбулат Джигапар, Александр Грабарев, ТДК-42.